трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за непропуск пешехода или велосипедиста. Пока за этот поступок водители могут отделаться штрафом в 1500 рублей. В скором времени сумма вырастет до 2500. Не исключено, что в ближайшее время будет увеличен штраф и для пешеходов. На этом, в частности, настаивала Общественная палата страны. Трасса 101. От 4 до 6 миллионов российских водителей не имеют сейчас действующего полиса ОСАГО. Еще порядка миллиона граждан приобрели поддельную обязательную автостраховку. Таковы данные Российского союза автостраховщиков. Это один из основных факторов, приводящих к убыточности автогражданки для страховых компаний. Недополученная сумма около 10 миллиардов рублей, плюс еще 20 миллиардов, на которые страховщиков ежегодно разводят хитрые юристы. Трасса 101. Каждый пятый российский автомобилист ежедневно выезжает на полосу встречного движения с нарушением. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного экспертным советом движения без опасности и Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом большинство респондентов считают выезд на встречку через сплошную очень опасным действием. 3 из 4 участников исследования признались, что, оказавшись не на своей полосе, им приходилось уходить от столкновения со встречным транспортом. Трасса 101. Весной следующего года в России начнутся продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross, созданного на базе Outlander. В начальной комплектации машина будет обладать только передним приводом. Двигатель бензиновый, объемом 1,5 литра, мощностью около 150 лошадей. Позже появится турбодизель объемом 2,2. Трансмиссия, механика, либо вариатор, либо автомат. По мнению экспертов, Eclipse Cross окажется дороже, чем Outlander. Минимальная стоимость последнего – 1 260 000. 59 тысяч рублей. АвтоВАЗ сообщает, Lada Largus с октября оснащается только 16-клапанным бензиновым мотором 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. С этим двигателем машина, уверяет производитель, тратит меньше топлива. Разгон более динамичный. Кроме того, у Largus модернизирована механическая коробка передач. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.